Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Мы находимся в Саратовской области, Красноармейского района, село Бобровка. Наблюдаем такую картину, что река Карамыш вышла из берегов и затопила много домов. Люди передвигаются на лодках, потому что другим путем не получается попасть домой. Местные власти ничего не предпринимают и не помогают людям. Вот, село Бобровка. Потоп, как видите, воды много, помощи никакой. Как можем, так и выбираемся. Все своими силами. Никакой помощи ни сверху, ни снизу. В общем-то, ниоткуда. Вон стоят, просто на мосту ждут чего, не знаю. Так вот. Просто, ну, тут без комментариев, тут все видно. Топит нас, уже четвертый день топит, никакой помощи, ничего нету. Куда обращаться тоже не знаем. Никто не звонит, ничего нам не говорил. Плаваем вот на лодке, магазин, за хлебом даже на лодке плаваем. Прекрасно видите здесь, что тут творится в нашей деревне, Бобровкино. На тракторе вывозят их. Кому что надо, бегают, покупают, на тракторе вывозят. Ну как своими силами, ездим своими силами. Ездим своими силами, помощи нету, никто ничего не говорит. Есть помощь, езжайте, если есть на чем возможность какая, ехайте сами. Нас топят, мы выплываем. Хотя, кажется, никого этим не радуем. Никто нас не любит. Мы чужие на этом празднике жизни. Я хочу предложить вам другое зрелище. Давай, дружище. Я уже в седле. Башня не работает, воды нет, хлеба нет, там никто не помогает, никто не спрашивает. Ничего, кто, что? Вот лекарства у меня закончились, вот давление высокое, надо ехать завтра в город. Завтра ей в город, на чем ей ехать завтра в город? Дежурной техники нет, это надо к кому-то, к соседям идти, кто-то еще стреляет. Дежурной техники нет, надо просить кого-то. Опять, знаете, за каждый своих следствий. Вообще немножко, и вода пойдет уже в дом, уже. Да вон задушены. Они уже отдушины наполовину пойдете. Да. Вот мы стоим, как на необитаемых островах. Уже они на мосту-то стоят. Кого спасают? Себя, что ли? У людей даже питьевой воды нет, башня не работает. Это что, нормально разве? Сейчас тут как стоит? Вон и сарай, везде все, рекой течет. Сарай, и оттуда. Собаки бедные, спасти их некуда даже. Куда их бить? Ой, и пока там нет. Самим уже ни скотина, никого не спасет. Ну,
какой-то позор?